зима, крестьянин куда-то там, на дровнях что-то там такое. Видео на улице зимой по запросу трудящихся. Точнее, Ирины. Из МСК. Это длинная улица Волжская. Вон там, где мой палец. Это мой пока еще дом. Четырехэтажный. Так вот, сзади была конечная часть Волжской, а впереди, если туда дальше, то вот ее как раз придем к началу. Но я сейчас иду на репетицию, поэтому мы по Волжской до конца-то не пойдем. Я думаю, сейчас даже не пройдем, потому что дальше детский садик. И там летом-то не особо пролазно, а зимой, я думаю, вообще через снег пилить бобы и раком. Кстати, железная дорога, если вот туда, то будет мой сад, наш сад. Ну и где-то так между садом и механкой, как раз механка, у нас находится зона какого-то там режима. Даже без понятия, мужского или женского. И вообще бывает там, ну короче, какое отделение. И туда дальше у нас идет цветочный. За зоной какого-то режима. Пока прервемся. Налево, вон туда пойдешь. К Волге попадешь. Кстати, это вот оттуда мы пришли. Прямо пойдешь. По Волжской пойдешь. А направо завернешь. Если прямо, то практически в лес упрешься. Висит пакет одинокий. Почему-то моя батарейка уже мигает. Все-таки надо будет менять подзарядочное устройство. И вообще я поняла, что на улице лучше снимать, когда никого нету. Ибо, конечно, по Угличу про меня умные люди в кавычках всякую хрень пускают. Но когда ты снимаешь и наблюдает какой-то слегка... не знаю насчет вот трезвости мужчина, а потом докапываться, это как-то уже не очень. Ну да ладно. Все-таки надо или аккумулятор менять, или, наверное, все-таки подзарядочное. Потому что не удивлюсь, если видос будет минут на 5 от силы. Очень жаль в таком случае. Это у нас улица. Я даже не знаю, как ее звать. Хоть я тут и живу.